Здравствуйте, прогноз на субботу. Сегодня на Урале с приходом антициклона погода улучшится. И после холодного утра днем апрельское солнце начнет прогревать воздух. В Челябинской области сегодня переменная облачность и без осадков. Ветер теплый, южный, от 4 до 9 метров в секунду. В Верхнем Уфалее днем плюс 7. В Златоусте и Сатке 8 градусов. В Южноуральске и Троицке до плюс 9. В Магнитогорске и Карталах уже плюс 10. В Челябинске сегодня сухая погода с переменной облачностью. Ветер южного направления до 9 метров в секунду. К середине дня температура в городе плюс 7-9, атмосферное давление немного выше нормы. Данные о погоде нам предоставлены центром ФОБОС. Хороших выходных и до встречи! Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр «Капитоль».